Так, ладно, продолжаю снимать. Smart TV на телевизоре Samsung интересует, конечно, многих. Если вы покупаете такой телевизор, естественно, у вас есть возможность отказаться от телевизионной антенны, допустим, от коллективной, и не платить своему поставщику ТВ-программ. То есть отказаться, расторгнуть договор. Во многих случаях это стоит копейки, как у меня до этого было, 300 рублей в месяц, хотя за год 3600 получается. Естественно, когда я настроил свой телевизор на Wi-Fi, я стал думать, как же мне установить хотя бы минимальные ТВ-программы. Для этого есть способы различные, исходя из возможностей уже встроенных в телевизор. У меня сейчас антенна не подключена, то есть все, что я могу получать в качестве ТВ-программ, это только через интернет. Есть приложения, доступные в соответствующем магазине приложений, установленным на ваш Smart TV, в данном случае это Samsung, на базе операционной системы Tizen. Вот я сейчас во вкладочке Apps, и вы можете то же самое сделать. И есть такое приложение Megogo. Оно перед вами. Открывая его, ну, несколько у него такой функционал, не очень иногда мне нравится сам принцип работы с данным приложением. Но что есть, то есть. Несколько функций здесь доступно. Смотри, главное, телеканалы и доступные каналы. Давайте мы доступные каналы активируем. И здесь есть список бесплатных ТВ-программ. Нам это самое важное, потому что я говорю о том, как бесплатно посмотреть ТВ-программы на вашем Smart TV, который подключен к интернету, и чтобы вы сэкономили деньги, как я говорил, в том случае, если у вас до этого было кабельное телевидение, как принято говорить. Ладно, смотрим, что здесь. Бесплатное ТВ, Россия HD, Матч ТВ. Но сегодня с утреца я хотел посмотреть UFC, кардик там, неважно, кто сражался, это уже подробности, как говорится, кто кому морды бил, но Матч ТВ я нажал, знаю, что сейчас пойдет с утреца, а там было указано, что UFC соответствующий карт идет, но вы не можете просмотреть. То есть тоже такой моментик. Ну вот это бесплатное ТВ, что здесь есть? Карусель имеется, да? Мультики, то есть детские, обратные уже на кнопочку «Обратное действие» нажал. Мы перешли в такую вкладку. MTV России, еще 20 каналов теперь бесплатно на Megogo. Так что имейте в виду такое приложение Megogo. Здесь можно, кстати, подключиться. Сейчас давайте с вами выйдем на соответствующую подписку. Здесь имеется вот профиль. Что оно нам предлагает? Подписки и другие услуги. И вот смотрите, есть за 1 рубль первый месяц дали 397, 201 канал. Потом идет 397, 210 каналов и коллекция «Лучшее кино». Ну, такие пакеты, легкое, 107 каналов и кино без рекламы. Федеральные каналы бесплатно. Ну, естественно, здесь имеется определенная возможность посмотреть бесплатный канал. Но так это бесплатно, вам приходится просматривать рекламу, к примеру. Поэтому определенное такое, не то чтобы неудобство, а бонус к бесплатности – посмотрите рекламу. Так что имейте в виду, такое приложение – Megogo называется, да, Megogo. 20 бесплатных каналов, ну это, конечно, чуть поменьше, чем у Pix TV, я на него тоже делал обзор, это приложение, которое по умолчанию вы также можете скачать его, поставить, оно имеется в магазине приложений, если мы говорим про телевизоры Samsung на базе операционной системы Tizen.